Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Рика, чего звонишь? Смеяться не будешь? Не буду, честно. Так, что случилось? Ну, видишь ли, мой вопрос прозвучит странно, но... Ты единственная, к кому я могу обратиться. Да? В общем, скажи, пожалуйста, какой наряд, по-твоему, понравится Асии? Эми? Он любит всякие дешевые шмотки. Дешевые? То есть ничего от известных брендов? Да, вечно в футболках от Юнисло ходит и прилично не одевается. И обувка самая дешевая, нормальную не покупает. А? Но я не это имела в виду. А, что тогда? Ну чего ты, Эми? Неужели так сложно понять? Я спрашиваю, какая одежда ему больше всего нравится на девушках? Так, а можно встречный вопрос? Какой? Между вами что-то есть? Ничего, совсем ничего. Что, Ася зачем-то пригласила меня пройти с ней по магазинам? Чего? Еще скажи на милость, зачем ты Рику Сузуки позвал? Чтобы получить объективный совет от человека, выросшего в современной Японии. Ну вот, как-то раз дошкольник заказал на кассе Happiness Meal. И я спросил, какую он хочет игрушку, а он мне в ответ... Геру, что делает Герора? Ага, вот точно такое же выражение, как сейчас у вас, было и у меня. Ту, что делает Герору? Как это понять? Так вот, почему ты решила, что мы поссорились. А вы не поругались? Слава богу. Интересно, может, Рика себе парня нашла? Юса? А, ничего, забудь. Нет, 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 нет! Только не это! Или я наябедничаю, Мао, что ты холодильник опустошаешь? Ну чего ты, не занудничай. Смотри на вещи проще. К тебе гость пришел, и ты его угостил чем-то вкусненьким. Ага, гость как же. Кончай тут хозяйничать, наорут-то на меня, а не на тебя. Какой же ты злюка. На тебя наорут, ты это серьезно? Раньше тебя звали утренней звездой, правой рукой бога, и посмотри, во что ты превратился, смешно. Ну уж прости, сейчас я такой. Мог бы и проникнуться! Стараюсь, на серьезные рельсы беседу перевожу! Только второсортные хики на такое ведутся. А есть ли смысл быть первосортным хики? А те, кому на чужое мнение не пофиг, вообще третий сорт. С таким подходом из дома прогоняют! Если прогоняют, то ты и не хика вовсе. А? Мы, первосортные хики, знаем, какую грань нельзя переступать. И живем нахлебниками припеваючи. Что? Это что за кодекс хикана? Ты хоть понимаешь, что жизнь свою растрачиваешь зря? А ты меня жить не учи, Гавриил. Сам знаешь, если б та фигня не случилась, быть бы нам всем хиканами до скончания времен. О, ты проникся, второсортный ты хикка. Да брось.